Сегодня все дороги ведут к школе. Везде атмосфера праздника. Нарядные ученики, улыбающиеся учителя и, конечно, взволнованные первоклассники. Они переживают больше всех. У них все сегодня впервые. Первые портфели, первые учебники, первый школьный звонок и первая учительница. Глаза блестят от восторга и от ожидания нового и неизведанного. Посмотрите на них сами в нашей рубрике «Без комментариев». Я хочу поздравить вас с наступающим новым учебным годом. Пожелать, чтобы у вас все сложилось, чтобы вы везде все успевали, чтобы вы учились очень и очень хорошо. И чтобы всегда, дорогие мои, над вами было вот такое синее небо и золотое солнечное солнце. С праздником вас! Давайте сделаем зеркальце. Посмотрели, улыбнулись, увидели красивое сами себя, да? Понравились? Да. Я очень рада. Так, убрали зеркальце и сели красиво. А вот и наши герои. Сегодня у нас в гостях первоклассники 1-го Б-класса Видновской школы номер 7 со своей учительницей Алевтиной Алексеевной Вылегжаниной. Здравствуйте. 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 Петр, ты сегодня пошел в 1-й класс. Ты хотел пойти в школу или хотел остаться в детском садике? Я хотел туда пойти и быстрее. Вы пришли учиться. Ульяна, скажи, а чему учат в школе? Ну, читать, еще писать. Арифметики, там же умножение на... Еще младших не убежать. А какие науки изучают в школе? Можно. Какие у вас будут предметы? Английский язык, русский язык. Ну, а еще какие? Математика. Алевтина Алексеевна, задайте им какой-нибудь пример. Так, к 3 прибавить 3. 6. 4 плюс 2. 6. 7 увеличить на 1. 8. Молодцы. А кто может ответить, сколько будет 4 плюс 5? 9. Молодцы. Какие вам достались умные ребята. И умеют считать, да, и читать немного. Ну, а если что-то еще не знают, то всему научатся. А что вы можете пожелать своим подопечным, да и в общем всем первоклассникам? Я хочу пожелать, конечно же, здоровья, хороших оценок, быть красивыми, умными, интеллигентными. И всего, конечно, чтобы все желания их исполнялись. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были первоклассники 7-й школы вместе со своей первой учительницей. С Днем знаний!